В областном центре возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. Дело в отношении поставщика газа, который отказывается подавать его в котельную из-за долгов. Прекращение подачи газа может привести к отключению тепла в 42 домах в Левобережном и Железнодорожном районах. На улицах Димитрова, Урывского, Рижской, Минской и на переулке Павловский. Также тепло могут отключить в больнице «Электроника», относящемся к ней роддоме и в детских садах номер 99 и 183. При этом дома и социальные объекты исправно платят за топливо. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы постановило, что угрозы прекращения подачи газа незаконны. Административное дело на поставщика заведено по части 1 статьи 10 Федерального закона о защите конкуренции. Если факт нарушения подтвердится, поставщику грозит штраф до 100 000 рублей. Игорь Захарченко, 41 канал.